Ситуация с коронавирусом в Чувашии развивается в стабильном формате. Эту тему затронули сегодня на утреннем совещании в Доме правительства. Сейчас наметилась позитивная тенденция, когда заболевающих становится меньше, а выздоравливающих все больше. В связи с этим коечный фонд, сформированный для лечения больных ковидом, будет постепенно высвобождаться. Плановой медицинской помощи сейчас ждут многие жители республики и пациенты из других регионов страны. На днях буквально ожидаем приказ Минздрава России о возобновлении плановой работы Федерального центра онкологии и ортопедии. Сейчас они проходят, значит, процедуру дезинфекции заключительной и подготовки помещения и оборудования к своей плановой работе. Крайне необходимо выдерживать ту линию недопущения той ситуации, что у нас люди пренебрегают мерами безопасности, и из-за этого, чтобы у нас не возникли ситуации с новыми вспышками. По мере того, как ситуация с коронавирусом в Чувашии будет улучшаться, учреждения здравоохранения начнут возвращаться к привычному режиму работы. При этом 609 ковидных коек в республике будут функционировать до полной стабилизации обстановки.